20 рублей. Ну ты же понимаешь, что я это делал. Просто несколько рублей и все. Единственный раз, когда я первым был насаживать, это ситуация, это вчера, когда я вышел и начал первый тебя оскорблять. В остальных ситуациях я делаю это в ответ. Я вот чисто из-за Нади. Я не хочу, она сейчас в силе. Давай, я тоже чисто из-за Нади, да нет. Давай не начинать этих просто тем больше. Не начинать оскорбления. Ты понимаешь, что, блин, если ты видишь, можешь просто вообще не общаться, давай игнорировать. Смотри, мне все равно. Я согласен с тобой. Смотри, но ситуация не в том, что я прямо лезу к вам в пару. Ситуация в том, что я высказываю свое мнение по каким-то ситуациям. Много раз я про это говорил и Надя, и остальные. То, что одно дело высказать мнение, а другое дело оскорбление. Это разные вещи. Не надо опять... Даниэль, давай, знаешь, как вот, ну, я перед собой честен. Я ни разу тебя матом не обозвал. Не забывай. Первый раз. Это первый раз. И без мата ты меня оскорблял. Ну, без мата, да, может быть. Нет. Это оскорбление. Ты меня, понимаешь, что... Ты меня оскорбляешь, ну, очень сильными словами, плохими словами. От меня тоже, думаешь, приятными словами, что ты говоришь, которые я должен хавать. Слово за слово и начинается. Я не хочу, чтобы она плакала. Понимаешь? Вот я не хочу искренне. Не хочу, чтобы она плакала. Я именно из-за этого пришел к сюда говорить. Только из-за этого. Как решим это все? Просто нейтралитет. Нейтралитет. Тогда, ну, значит, можно вообще не нервничать. Чтобы она не нервничала. Она переживает из-за драк, из-за всего этого. Да? Так что у вас